Алло, да. Нет, это вы должны быть это 15. Ну так. قد تشاورنا مع البعض يوم أمس واليوم في إطار الاجتماعات السنوية والثلاثية مع الأتراك والروس باتجاه هذا الهدف الذي أشرت إليه نجاح حوار الوطني السوري الذي يبدع في مؤتمر سوتشي بعد 10 أيام بإذن الله. التطورات الميدانية بالتأكيد لها أثرها الإيجابي أم السلبي على أجواء المؤتمر ونجاح المؤتمر. نتمنى للجهات المؤثرة وخاصة الدول الزامنة في مسار أستانا وفي سوتشي أن يأخذوا بعين الاعتبار ضرورات توفيق ونجاح مؤتمر سوتشي والأجواء المناسبة التي يجب أن نهاول نحن كشركاء الثلاث الزامنين لأستانا ولسوتشي أن نكون مشاركين في ترتيبها بشكل أفضل. لذلك أي عملية ميدانية التي من الممكن أن تؤثر بالأبعاد السلبية على أعمال المؤتمر نتمنى أن لا تحدث عملية كهذا. мог негативно будет повлиять то, что страны примут решение для того, чтобы этого не было. Вот в этом контексте. Спрашивали про то, что нас существует в качестве наблюдателя. Я считаю, что встреча прошла успешно. Нам удалось в принципе, согласовать и списки участников этого форума. Конечно, предстоит еще работа по досогласованию, но которая потребуется, как нам представляется, еще максимум 1-2 дня. После этого участникам Конгресса будут направлены соответствующие приглашения и обеспечена их доставка. Важным результатом сегодняшней встречи было подтверждение готовности провести это мероприятие в назначенные сроки. То есть 29 числа будет заезд участников, доставка их к месту проведения этого мероприятия. 30 числа будет проходить сам форум. В ходе сегодняшнего, естественно, заседания поднимались различные процедурные вопросы, но каких-либо недопониманий у всех представителей всех трех делегаций не было. То есть мы, в принципе, сошлись в понимании того, что этот конгресс чрезвычайно важное мероприятие с точки зрения демонстрации всему международному сообществу, стремления всех слоев сирийского общества к достижению мира на сирийской земле. Как вы знаете наши позиции? Как нам представляется, ситуация непосредственно на местах, на поле боя в некоторых районах Сирии, она, конечно, остается достаточно напряженной, но это в целом не должно ни в коем случае повлиять на результаты проведения Конгресса. Самое главное, что, опять же повторюсь, это демонстрация сирийцами своего стремления именно к достижению мира, к соблюдению режима прекращения боевых действий, и не только в зонах деэскалации, но и практически на всей территории Сирии. Ожидаем все-таки присутствия Соединенных Штатов.